Здравствуй, зритель. Сей обзор от 12 апреля. Почему говорю сейчас дату? Потому что, скорее всего, я его смонтирую, возможно, даже на следующей неделе. Я сначала так думала, ну нафиг, уже столько обзоров еды делала. Потом думаю, да чего бы и нет. В общем, решила я его все же обозреть. Другие там запросы всякие, включая вот эту самопальную косметику, я тоже как-нибудь сделаю. Тоже когда-нибудь смонтирую. Ходила я сегодня по всяким местам и в итоге зашла в Магнит. Смотрела я этот сыр Орла, или Орла хз ее, в Дикси не обнаружила, где была, и зашла в итоге в наш местный Магнит. А вообще меня вчера вечером так приперло, вот прям чувствую этот вкус, так хочу этой, как ее там, кукурузных палочек с молоком. Но что-то, хоть и магазин еще где-то до 10, что ли, работал, был, это где-то 29, мне так было лень идти. Что сегодня в итоге я это сделала? Вообще, я вроде как брала чек, но, видимо, не донесла. 50 с чем-то. Отъеду подальше. Оттолкнусь подальше. Тут у нас кукурузные палочки, сластёна 250 грамм. Естественно, я купил себе бананов. 3 штуки. Эвелина, привет. Я внимательно смотрю на момент всяких там пауков. Теперь буду еще более внимательнее смотреть. На кассе купила себе, что-то она вообще рублей 17 чем-то стоила. И состав нормальный. Халва бобруйская, сахарная, подсолнечная. 3 груши Вильямса взяла, они по 99 килограмм. И они еще зеленые, видимо, еще полежат. 4 киви взяла, почем не помню. Взяла 2 вида яблоков. Это... кубанские какие-то яблоки по 56 килограмм, и они последние были, все 3 последние взяла. Тут еще какое-то яблоко за 89 килограмм или 99 килограмм, хз, не помню. Какое-то тоже русскоязычное, но не помню название. Интересно, у нее такое название было. Взяла себе сгущенку. То ли она по скидке была, то ли она так и стоит 50 с чем-то. Сгущенное цельное молоко с сахаром, вологодские молочные продукты. Взяла себе огурец, он 39 с копейками был за огурец. Из всех огурцов он самый вменяемый был. Потом, может, помидорку куплю себе. А может, просто потру огурчик с чесночком, подавляю кунжут, у меня там где-то есть, масло подсолнечное с оливком зафигачу и сварю себе этой какой-нибудь или фунчозы, или бобовой, рисовой, точнее, лапши. Еще купила себе батарейки, потому что у меня, оказывается, сдохли батарейки в звонке. Меня вчера человек приходил, звонил, а я не услышала, ибо звонок умер. А в дверь подолбиться человек не решил. Потому что я вчера помирала, и человек решил меня проведать, совсем ли я померла или не очень. Вот в итоге человек обошел вокруг дома, увидел, что у меня везде свет горит, и там, я шарахаюсь на кухне. И звонил мне, типа, хрен ли я дверь не открываю. У меня, оказывается, звонок сдох. Вот, причем не тот, который нажимается, там кнопочка нажимается и цвет, красным цветом лампочка загорается, а тот, который в комнате должен звонить. Ну, надо было 2 батарейки, но там вот было все по 4. Так, что у нас там еще? Я купила себе, я не помню, есть у меня еще эта чечевица или совсем уже нет, но вот нот еще есть. Точнее, я его даже еще не варила, как купила, хрен знает когда. Это у нас пассим, только отборное зерно, крупа, чечевица восточная. Открыть. Удобно насыпать и хранить. В общем, тут у нас чечевица 500 грамм, и что-то она 39 с копейками стоила. Типа скидка, я взяла ее и купила. Я так подумала, когда я еще вот так поеду на этот на развес покупать эту чечевицу, а потом на развес чечевица в атаке, да, и вообще все остальное на развес. До меня вдруг дошло, там не написано, когда она сделана и до какого у нее срок. А тут как-то со сроком все ништяк. Я думала, оно дороже стоит по скидке, но оно оказалось дешевле стоит по скидке. 219 копейками, 400 грамм, Орла Натура. До углического магазина сыра я что-то не дошла. Вот я увидела это по скидке, думаю, ну... Что-то как-то давно не было на него скидки, думаю, куплю. Ой, я сегодня вообще не спавшись, с утра за молоком сходила, потом думаю полежать, поотдохнуть, но что-то вот вместо того, чтобы полежать, отдохнуть до того, как человек придет ко мне на обед, потому что человек на обед на пианино приходил, я, значит, это
Решила цветы пересаживать. Даже записала, как я один цветок пересаживаю. Что-то взяла, включила камеру и записала. Ну и, короче, этот у меня кот сегодня вот так. Если сложить 5, 10, 15 и 20 минут в общей сложности, я 3 часа спала. Ну, вот так вот, просыпаясь. В тот период, который я бы 8 часов поспала, ну, я вот... Сначала нам захотелось поиграть, потом нам захотелось попрыгать по хозяину, потом мы решили каждые 5 минут хотеть жрать. Я уже на автопилоте ходила до кухни, не доходя, из коридора там из шкафчика доставала горсточку из баночки, брала эту крышечку от баночки, кидала эту горсточку на крышечку и ложила. И на автопилоте также. Я думала, сегодня ласты склею, учитывая, что у меня вчера еще дикая мигрень еще была, ничем не убиваемая. И думаю, сейчас еще как я куда-то с подругой там пойду. А в итоге ничего так нормально. В общем, и еще были сливки, опять же, они у нас в магните два раза уже, по 169 килограмм, тьфу, 169 рублей за баночку вот это, ну, скидка. Так она стоит 200 с чем-то, вот в Атаке она 220 вроде сейчас стоит, домик, деревня, сливки для взбивания 33%, 100% натуральные, в составе тупо сливки. Я вот думаю завоять себе вишневого мороженого. Я из сувечной хотела вроде кисель сварить, мармелад сделать, еще что-то. Но я думаю, там хватит и на то, и на другое. В общем, сделаю себе вишневого мороженого. Про запас уберу морозилку. Я уже вот сама, я, наверное, почти год уже не покупала мороженое вообще. Что-то вот как сам сделал, заново стала делать. Причем нашла вот эти сливки, именно такие. Как нашла 30% сливки без никто. И поняла, где их можно купить, так перестала покупать мороженое. А так-то его редко покупала. А вот сейчас, как сама делаю, так даже рука не тянется. Мне тут нашелся пятый угол, и поэтому на руке слегка крови оказывается. Я думаю, что у меня такая нога слегка мокренькая. А я пятый угол тут нашла. Ну, еще я купила себе большой пакет. Потому что, ну, надо, короче, мне большой пакет. И убила двух зайцев и купила пакет, чтобы это все унести, и себе он пригодится вообще сам по себе. А что у вас такой у меня обзор еды? Наверное, беглый. Всем спасибо, кто осилил, и не будут плеваться, что я зеваю. Всем пока!